Самый вкусный башкирский мед в Мелеузе. Конкурс профессионального мастерства состоялся 11 августа в Национальном парке Башкирия в рамках фестиваля «Заповедный мед». Свою продукцию представили 34 пчеловода из разных районов республики. 23 из них участвовали в конкурсе профессионального мастерства, 17 представили мед на народную дегустацию. По итогам лучшим пчеловодом стал Николай Хрипунов из села Мраково. В качестве награды он получил нержавеющую медогонку. Самый вкусный мед по результатам народного голосования оказался у Александра Нефельда из Мелеуза. Приз 12-рамочный двухкорпусный деревянный улей мужчина вручил сыновьям-подросткам. Китайские партнеры намерены построить в Башкирии завод за 650 миллионов рублей. В пресс-службе Минэкономразвития Республики сообщили, что возможность строительства нового производства обсудили с китайскими коллегами 13 августа. Известно, что иностранцы заинтересованы в создании завода по производству огнезащищенных, экологически безопасных и энергосберегающих фиброцементных плит. Уже сейчас есть информация, что производство откроют в Кумертау, моногороде на юге Башкирии. Житель Нефтекамска попытался продать своему знакомому статус адвоката за 300 тысяч рублей. Подозреваемый обещал помочь с прохождением квалифицированного экзамена на статус адвоката. Он рассказал клиенту, что якобы владеет связями в верхах башкирской коллегии адвокатов. Услуги он оценил в 300 тысяч рублей. Клиент, осознавая незаконность подобной сделки, обратился к стражам порядка. В итоге сотрудники ФСБ задержали подозреваемого 10 августа во время передачи денег. По факту посредничества в коммерческом подкупе Следком Башкирии возбудил уголовное дело. К стражам порядка обратился священник храма в Туймазинском районе. Мужчина объяснил, что ночью кто-то забрался в церковь и вынес из ящика для пожертвований порядка 11 тысяч рублей. Вскоре оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался 23-летний парень. Он проник в храм, взломав дверной замок. Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбудили уголовное дело. Вину парень признал.